9 февраля 2016 год. Переношу свои афоризмы с сайта. Некоторые афоризмы переношу, перевожу их в такой формат. Себе на память. Так, дошли мы до буквы Л. Легче всего языковой барьер преодолевает французский поцелуй. Лезть в бутылку особенно тянет, когда торчишь в пробке. Ложь можно оправдать, но не сделать правдой. Лучший способ забыть про страх сцены – устроить ее. Люблю, когда меня спрашивают, как дела. Это позволяет сохранять иллюзию, что по мне еще не видно. Люди делятся на два типа. Одни выясняют, что к чему в этом мире, другие – что почем. Люди делятся на два типа. Одни делятся, другие не делятся. Опять, люди делятся на два типа. Одни желают добра, другие отставить. Люди делятся на два типа. Одни желают добра вам, другие вашего. Люди делятся на крадущих время и его обогащающих. В общем, буква Л нам прояснила, что люди так и делятся. Так, буква М, пошли. Мало кому хватает совести сказать, что ее нет. Мало что обеспечивает столько проблем в настоящем, как попытки обеспечить будущее. Что? Ничего. Маразм – это когда что зачем делать помнишь, а зачем – уже нет. Матриархат – это когда мужик хлопочет по хозяйству под угрозой схлопотать по нему. Медицина стала настолько бесплатной, что на пожелание «будьте здоровы» приходится отвечать не за что. Мне все по зубам. Иногда, правда, и по шее достается. Мне до счастья рукой подать. Подайте, кто сколько может. Что там такое? Не идет, что ли? Что не идет? Или идет? Чего ты подсел? Подсел? Молодость – это возраст, когда когда не заикаешься. Молодость – это возраст, когда чувство ритма намного важнее чувства такта. Ты спроси, что ты хочешь, маленький? Нет. Мудрость – это возрастное замедление работы мозга, приводящее к невозможности принятия скоропалительных решений. Не надо этого делать, мало. Мужчина бывает пьющий, мало пьющий и мало того, что пьющий. Мужчина должен посадить дерево, вырастить сына, построить дом и не слушать дурацких советов, что он должен сделать. Мужчине жестким быть позволено, местами. Мужчины предпочитают гитару, потому что роялем живот не прикроешь. Рояль! Мышление как поезд. Все время что-то цепляется к голове, и не всегда чувствуешь, что тронулся. Н. Набирать политические очки легче всего, раздавая розовые. Набраться впечатлений можно на всю жизнь, а можно и на пожизненное. На всякого бессеребренника найдутся свои 30 серебренников. Надеюсь, в бессмысленности жизни есть хоть какой-то смысл. Что-то тут не позитивненько. Что? Настораживает, что светлое будущее обещают люди с темным прошлым. Началось все с того, что Ева съела Адамово яблоко. Ужас. Ужас. Наш народ все принимает близко к сердцу, чаще всего на грудь. Не все в жизни происходит из-за денег, много из-за их отсутствия. Не доказывайте делать человеку, что он дурак. Если он дурак, в этом нет смысла. Если рано. Не доказывайте человеку, что он дурак. Если он не дурак, в этом нет смысла. Если дурак, тем более. Не надо этого делать. Убери, пожалуйста. Я просто хотел немного мозги. Например.
Тум-тум-тум. Так, не ждите подходящего времени. Время всегда убегающее. Не знаю, что достанется нашим потомкам, но достанется им крепко. Некоторые, даже будучи рабом на галерах, умудряются грести под себя. Нельзя утратить чувство времени. У времени нет к нам никаких чувств. Не можете лечь на голодный желудок, ложитесь на сытую рожу. Немцы все за геноцид извиняются, уже Третью мировую предлагают. Не общайтесь с кем попал, рано или поздно снова попадет. Не отравляйте себе настоящее прошлое, это просто глава менторства какая-то. Не отравляйте себе настоящее прошлым, это плохо сказывается на будущем. Непреодолимое желание пропустить стаканчик – верный признак, что стоило пропустить предыдущие. Не так бесит то, что капитализм загнивает, как то, что ветер при этом постоянно в нашу сторону. Не то досадно, что журавль в небе, а то, что синица постоянно в руку гадит. Неубывание энтропии – это закон, гласящий, что все разлагается, и глупо надеяться, что все образуется. Не у всех предки слезли с пальмы, чьи-то явно рухнули с дуба. Не шутите о Боге, неприлично шутить о тех, кого нет. Первый раз не запнулся, это единственное, с чем Господь согласился, видать. Так, никакой жизни на Марсе нет, никакая жизнь вся на Земле. Никогда не говорите, что вам идет шестой десяток. Шестой десяток никому не может идти. Никто не знает, кто виноват и что делать, но все в курсе, что делать с теми, кто виноват. Ничто не дает столько поводов для суицида, как мысли о жизни. Ничто не отдаляет от Бога так, как самовольная попытка к Нему отправиться. Ничто так не мешает взяться за ум, как его отсутствие. Ничто так не формирует в человеке внутренний стержень, как сажание на кол. Новый русский – это человек, который прошел огонь, воду и вывез медные трубы. Носок без дыр – это недоносок. Недоносок, недоносок. О, обман уверят охотнее, если передергивать факты синхронно с затвором. Пожалуй, и все. На пока.